Развитая банковская сеть порождает конкуренцию, вместе с тем дает потребителю право выбора. Об этом и не только шел разговор в рамках большого мероприятия, объединившего в одном зале представителей средств массовой информации всего региона. Сегодня большая доля взаимодействия клиента с банками выражается в заключенных договорах на обслуживание карт. Они плотно вошли в наш обиход и, как показывает статистика, со временем стали более востребованными, нежели оплата наличными. В электронном виде наше население очень далеко шагнуло, потому что достаточно сказать, что мы сегодня уже стоим на границе 50% безналичных платежей в целом по предприятиям, по экономике. То есть расчетов населением с предприятиями торговли и сферы услуг. Это очень высокий показатель. Сегодня банки ведут достаточно гибкую политику в отношении клиентов, причем как физических, так и юридических лиц. Особенно актуальны проекты для малого и среднего бизнеса, на которые в экономике в Беларуси на ближайшие несколько лет сделан акцент. Свою миссию банк осуществляет через функционирование инвестиционных проектов национального значения, способствующих повышению экономического потенциала страны и содействующих экономическому росту. К ключевым функциям Банка развития относятся директивное финансирование инвестиционных мероприятий, финансовая поддержка экспорта, управление средствами семейного капитала и, конечно же, поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь. Большинство платежей сегодня вышли в интернет. Посредством сайтов, мобильных приложений теперь можно даже оформить кредит или вклад. Такую функцию предлагает потребителям Белгазпромбанк. Со многими приятными бонусами можно ознакомиться на сайте открытого акционерного общества. По юридическим лицам основной новинкой на сегодняшний день являются это программы по работе, по финансированию женского предпринимательства, по финансированию производства экологической продукции, что на сегодня очень популярно, да, зеленая экономика. И, конечно же, новинкой нашей Белгазпромбанка является банковское сопровождение контрактов, что позволит осуществлять мониторинг в проектах инвестиционных именно в частном государственном партнерстве, позволит осуществлять прозрачные расчеты, получать оперативную отчетность. Быть в тренде сегодня значит быть информационно подкованным. Большой пласт данных и актуальных предложений доступен на официальных сайтах банков. Там же можно узнать дополнительную информацию и получить индивидуальную консультацию посредством формы обратной связи. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.